Кустанае задержали радикала. Мужчина пропагандировал терроризм и разжигал религиозную рознь. Операцию провели сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Кустанайской области. 30-летний мужчина исповедовал радикальную религиозную идеологию. Он распространял в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иной веры и призывал к насилию по религиозным мотивам. Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.